доходят до основного места добычи, у них, конечно, масса впечатлений. Когда они выходят, они довольны. Краснощековский район – знаменитые шахты Акинфедемидова. Рудный Алтай – территория, которая может принести своего рода кэшбэк местным компаниям, организующим туры. Новый механизм господдержки разработало Краевое управление по туризму и курортной деятельности. Оно готово предоставлять туроператорам субсидии на компенсацию расходов. Правда, для этого последним нужно соблюсти ряд условий. Основные из них – легальная туристическая деятельность, отсутствие долгов по налогам и штрафам, зарплата у наемных работников не ниже МРОТ и, главное, организация тура в одном из 8 приоритетных для развития туризма районов. В чем заключается эта программа? В том, чтобы наши туроператоры, скажем так, сопровождая туристов в данной территории, таким образом перераспределяли туристический поток с тем, чтобы инфраструктура там развивалась, развивались наши коллективные средства размещения, развивались объекты показа. А наши туристические территории, которые слишком много туристов принимают, они таким образом разгружались. Программу поддержки туроператоров, подобной нет ни в одном другом регионе Сибири, разработали год назад. И пока этой мерой воспользовалась лишь одна алтайская компания. Ей вернулось 500 тысяч рублей. В этом году, надеются авторы проекта, своеобразный бонус могут получить больше участников рынка. К слову, туроператор-первопроходец намерен вновь участвовать в программе. Немножко получается, у нас внутренний турпродукт, он не рыночный, потому что у нас инфраструктура совсем отсутствует. Поэтому, чтобы быть конкурентным, наверное, механизм субсидий подходит. Тем более субсидии – это когда ты сначала тратишь и продаешь, в принципе, а потом тебе это возмещают. Нам, например, это нравится больше, такой подход, чем гранты, когда вообще ничего нету, тебе дают денег, и еще непонятен, какой результат. По словам туроператора, вернувшиеся средства они инвестировали в разработку новых маршрутов и как раз-таки в инфраструктуру отрасли. Авторы проекта надеются, что таким образом поступят и другие его участники, чтобы в дальнейшем местным компаниям удалось удешевить стоимость уже самих туров. И в таком случае в выигрыше будет конечный потребитель. Сейчас за 5 дней отдыха на Алтае туристы отдают в среднем 40 тысяч рублей. Елена Макаренко, Андрей Печоркин. День с толком.